Всем привет, друзья! Вы на канале Рыбалка с Димоном круглый год. Меня зовут Димон. Сегодня я покажу одну свою самоделку, которую можно использовать как на рыбалке, так и на охоте. Мне понадобятся спички, коробок и понадобится наждачная бумага. Сейчас берем наждачную бумагу, вкладываем ее в коробочек, коробочек открываем. При помощи этой самоделки можно разжечь костер, можно прикуриться, можно заточить крючок, а можно заточить нож. Теперь ровненько обрезаем по коробку. Вот так. В принципе, все порезали, обрезали. Теперь наждачную бумагу вкладываем шершавой стороной к низу, а гладкой к спичкам. Вот так. Не наоборот. Если положить наоборот, то будете открывать, потом это все дело сотрется. Теперь, допустим, нам нужно прикуриться на рыбалке или разжечь костер. Делаем просто, открываем коробочек, берем спички, прикуриваемся, либо разжигаем костер для того, чтобы приготовить еду, как на рыбалке, так и на охоте. Теперь все закрываем, по новой открываем и берем крючок. Если у нас крючочек позатупился, мы можем, открыв коробочек, обнаждачку вот так пальцем. И все, раз, подточили крючочек и снова опять закрыли. А теперь, как заточить нож. Открываем снова коробочек, если ваш ножик подсел, берем ножик и при помощи вот этой самоделочки подправляем. При этом не боясь порезаться. Ваш палец находится в коробке, то есть вы никогда не порежетесь. Можете подправить вот так вот ножичек, чтобы он резал получше. Подчеркну, вы не порежетесь. Палец находится в коробке, его закрывает наждачная бумага и закрывает сам коробок. Снова все дело закрываем, когда ножичек подсочили. Разжигаем снова костерчик или же прикуриваемся. В общем, на все случаи жизни. Использовать можно как на рыбалке, так и на охоте. Пригодится всем. Всем удачи, друзья, и всем пока.